Петербурге появилась первая в мире аллея дипломатов. Консулы 58 стран собрались сегодня в парке 300-летия города, чтобы собственноручно посадить 70 австралийских кленов. Эти деревья живут более 150 лет и должны стать залогом дружбы между работниками консульств разных стран. Каждому клену присвоено имя посадившего его дипломата. Послы должны ухаживать за деревьями, а затем передать эту почетную обязанность своим преемникам. Мы, дипломаты, ежегодно, кто бы ни представлял наших стран здесь, с детьми, с семьей, с коллективом, с гостями, придем сюда, будем ухаживать за своими деревьями. Это нас объединяет, очень важно. Мало того, посадив каждый дипломат дерево, здесь оставляет навсегда частичку своей души. Идея создать такую аллею родилась у представителей дипломатического корпуса год назад во время работы на общегородском субботнике и сразу была поддержана администрацией города.